на дороге. Немного устали мои ноги. Через миг по пути пройду я. Страх и слезы переступлю я. Есть у меня она такая причуда. Я хочу стать твоим злым чудом. Поздравляем с Днем Парка и от всей души хотим пожелать, чтобы мы были дружны и едины. Примите в подарок инструментальные композиции в исполнении солиста заслуженного ансамбля народной музыки «Ватра» Вячеслава Гуна. Только платно есть на 25. We'll be right back.
Это был Вячеслав Гуна. Наша жизнь состоит из радостных и грустных моментов. Порой их трудно отделить друг от друга. Но мы надеемся, что ваша жизнь всегда будет наполнена счастливыми мгновениями. Именно счастливые моменты вам подарят участники образцового коллектива современного танца «Фантазия». Встречайте! Образцовый коллектив современного танца «Фантазия». Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения. Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного. Музыка интернациональна и звучит прекрасно на любом языке. Мы дарим вам музыкальные композиции в исполнении Дмитрия Кадын. Как настроение? Ребята, давайте пошумим. Ведь в парке вот прекрасный, прекрасный праздник. Да, давайте просто пошумим. Как настроение? Вот уже хорошо. Ну и, конечно, поменьше тумана в голове. Или такого плана. Go!
слышим подпевать. Поехали! Хорошего позитива, побольше улыбок! Ну и как вначале говорилось, поменьше тупанов. Валя, бабка, скарна, а мне нужна,
парю кофе из кармана. А мне друзья говорили, все пути он забудь, ее забудь. И тебе на сердце раны мои. Но ты знаешь, что я горы. Я буду теперь в тумане, медленно тонуть. Я буду теперь в тумане, медленно тонуть. Ну а сейчас прозвучит композиция, которую, я уверен, что все знают, просто поем вместе.